Итак, добрый день, дорогие друзья, телезрители, Игги. Certainly. Бро. Сегодня будем играть в такую игру под названием Pillars of Eternity. Но я не особо буду о ней рассказывать, потому что, не знаю, потому что я посмотрел Области Тьмы, я буду рассказывать про Области Тьмы. А про игру я буду рассказывать в перерывах во время загрузок. Потому что загрузки тут долгие. I'll see what I can find. Probably nothing. Игра интересная, все такое. Я не стал показывать самое начало игры, так как оно скучное и неинтересное. Тут у нас есть сквад, и мы пришли захватывать замок, то есть самый сок. Вот этот замок, вскоре он станет нашим, рано или поздно. Вот тут какой-то чувак с пушкой. Говорят, что он абсолютно бесполезен, но мы это выясним. Вот наша героиня. Кстати, давайте представим героев. Так. Вот наша героиня Рони. Она варвар 4 уровня, и она шикарна. Это мой второй сейв, потому что первый сейв я запорол. Меня тут же убили, по-моему, в первой локации. Так как я играю... сейчас покажу. Да, я играю на легком уровне сложности, потому что я летсплеер. Но с экспертным режимом, то есть если персонаж умрет, сейф удалится и все, этого больше никак нельзя восстановить. Так что вот такой вот хардкор, ребята. Нифига себе, музыка страшная. Окей, погнали. Смотри, какой милаша. Немного в стороне от дороги, ведущей к Энт-Нуа, стоит внушительная фигура, высокий, плотного сложения Амуа, в поношенном доспехе. Он поглядывает на внешние стены крепости. В руке Амуа держит маленький кусочек угля, которым лихорадочно записывает что-то на клочке бумаги. Блин. Ну, в общем, рэпер. Периодически ему приходится придерживать свою пеструю шляпу, или пимпер, которую норовит упасть с головы, когда он смотрит наверх. Конечно, вот так вот. Должно быть, это запеснила кладка очень интересная. Мужчина смотрит на вас, мигая от удивления. Его лицо раскрывается в широкой, очень зубастой ухмылке, и он приветственно машет куском пергамента. Not the wall itself, perhaps. The construction is very traditional. There are names scratched upon some of the bricks. Just there. Workers and masons, I expect. Carving a little immortality for themselves. It's a fine keep, Cadnua. 2 centuries to its name, and abandoned for nearly as long. Отлично, и поэтому она станет нашей. Я не стал ничего читать, потому что он говорит, ребят. Ну, если вы поняли. Английский, русский... Все такое, урок. But the truly interesting part is in there, and I haven't had much luck in reaching the keep itself. I hoped to find the master of this place, a man by the name of Meyerwald. But it seems that he either holds his privacy most dear, or else has been devoured by his house guests. Скажи, скорее его съели. Что это? Чем ты зашел? Вот так. Knowledge. Or, to be less clever about it, a certain text. I've come in search of a great treasure, you see. Not gold or silver, but the Tanvi Oratoa. You might call it the Book of Virtues. It's a sacred text of Rauatai, but we possess only a small fragment of it. В общем, чувак просто... Рэпер пришел за закладкой, за книжкой. Классика. Если кто-то не в курсе, книжка — это означает став, а почитать — это значит смог до став. На современном молодежном языке. Целый год я провел в поисках остальной части, ну еще бы. Я обнаружил доказательства, которые дают основания полагать, что оригинал хранится прямо здесь, под крепостью. Ну, в общем, закладку мы положили туда. Чуваки сказали, там в 2:30 найдешь под крепостью, вот он до сих пор стоит. Я хочу спросить у Мервальда, знает ли он про это. И не зря ли он потратил свои 500 рублей. Окей, дальше. А ты, подруга, почему ты здесь? О, подруга! Да, кстати, не удивляйтесь, что я играю за девочку,